Спасибо за информацию. Итак, значит, план прохождения сотни, чтобы вам было веселее двигаться. Вот этот план нужно распечатать и повесить над кроватью, ну или на холодильник, или где-то на столе. Я его уже скидывал в группу, еще раз скину. Процесс делится условно на две недели, по две недели. И в самой школе, в уроках, я тоже сделал разбивку по неделям, чтобы было понятно, сколько уроков, на какую продолжительность времени рассчитано. Ну или рекомендую, за какое время пройти какое количество уроков. Там, что за первую неделю, что за вторую, за третью, за четвертую и так далее. Итак, значит, вот посмотрите модули. Есть красным цветом модуль тренер, модуль охотник черным цветом выделен, модуль звезда и модуль бизнес-гуру. Естественно, основная нагрузка сейчас – это модуль тренер и модуль охотник. Как создавать и проводить тренинги, и как продавать тренинги. И для самых быстрых вы еще сможете уже заняться суперупаковкой и, возможно, сформулируете для себя дорогие бизнес-пакеты и дорогие пакеты обучения. Но если вы вдруг не успеете за 3 месяца, не волнуйтесь. Это я прям четко осознаю, что многовато для 3 месяцев. Но для самых быстрых, может быть, до туда доберетесь. Итак, дальше идут как бы задачи, ну, зафиналенные задачи. Вот за первые 2 недели у вас должно быть написана развернутая программа тренинга, как здесь написано. То есть через 2 недели вам нужно будет поставить галочку. Вот Елена Артега опаздывает слегка, ну, нужно догонять. Может быть, вот до завтра нужно уже сделать программу. Ну, это, не, ладно, неделю там все лишние можно взять. У меня закрыто было, поэтому я опоздала. Да, ладно, здесь как бы прощайте. Итак, что касается тренинга. Дальше, что еще за первые 2 недели нужно начать делать? Провела это за первый месяц, но начать уже нужно сейчас. От 2 до 4 переговоров на тему проблемы и интересов клиентов. То есть вот уже нужно начать разговаривать с потенциальными клиентами, спрашивая их, что им интересно и какие у них есть проблемы. И за первые 2 недели нужно провести свой собственный вебинар на любую тему. Ну, на любую, скорее всего, на тему тренинга, который вы хотите создать. То есть уже попробовать. Вебинар в Zoom, я имею в виду, кинуть информацию своим друзьям, собрать их там хоть 3 человек и с ними поговорить в Zoom. Следующие 2 недели в рамках тренера собрал тренинг с упражнениями, разогревом, концовками, раздаткой и презентацией. То есть к концу 1 месяца, получается, в рамках модуля тренер нужно полностью иметь готовый тренинг с раздаткой и презентацией. Я вот вам сейчас, когда это закончу, покажу раздатку одного нового тренинга, который я делаю. Ну, это как пример. Вот. Ну, типа того должно быть. Как в рамках модуля «Охотник» к концу 1 месяца или 2 недель описал себя как эксперта, сделал продающее описание программу тренинга, составил базу для звонков и встреч, минимум 50 клиентов, ну и продолжаю проводить переговоры с потенциальными клиентами на тему их проблем и интересов. И уже начинаю следующие вебинары, и также начинаю договариваюсь о презентациях. 4 презентации по часу или от 1 до 2 часов. И эти 4 презентации нужно будет сделать в рамках месяца. Ну, там, в рамках вот 2 недели и 3 недели. Ну, все нарисовано. Черным я отмечаю задачи, которые относятся к охотнику. Красным отмечаю задачи, которые относятся к тренеру. На 3-й 2-недельке в рамках тренера нужно уже будет освоить ораторское мастерство, разобраться с элементами харизматического стиля обучения, работать, развивать речь и голос, движение, жесты, коммуникации с залом, работу с флипчартом. Это все нужно будет делать в рамках презентаций, которые вы будете проводить, ну или о которых вы договоритесь. Это могут быть презентации как для новых клиентов, так и для какого-то своего дружественного персонала, с которым вы взаимодействуете, ну, вот, как бы внутри какой-то вашей деятельности. В рамках «Охотник» на 3-й паре недель создал коммерческое предложение, скрипт для звонка, вопросы для переговоров, договорился о партнерских продажах, звоню, пишу клиентам. И провел 10 переговоров, ну как бы тут начинаю проводить уже переговоры о продаже тренинга, которые вот 10 переговоров надо будет провести за следующий месяц, вот от этого момента. Переходим к 4-й паре
недель в рамках тренера научился создавать и проводить упражнения, работать с групповой динамикой, бороться с саботажниками. В рамках охотника отработал спин, воронку, монетизацию. Это технологии продаж тренингов на переговорах, ну и вообще технологии продаж в принципе. Звоню клиентам, пишу клиентам. То есть продолжается процесс лидогенерации и продолжаются переговоры о продаже тренинга с клиентами, которых вы для себя выбрали. В рамках тренера еще 4 вебинара, и уже нужно будет 2 тренинга провести бесплатно и 2 платных тренинга уже продать, хоть за маленькие деньги, но что-то нужно будет уже продать. По логике это после презентаций. 2 тренинга бесплатно, это может быть все еще презентации, то есть новые презентации, либо, ну, как бы есть разница между тренингом и презентацией, и вы об этом в самой онлайн-школе, там я расскажу про это. Отдельный урок будет. С предпоследней пары недель, получается, это 9-10 неделя, модуль «Звезда» подключается. Все, тренера мы закончили, больше как бы уже только вы проводите тренинги в рамках модуля «Тренер». Вы начинаете работать над суперупаковкой, создать видеопрезентацию, мини-книгу, серию рассылки. Создал, опубликовал, там запустил. Все, молодец. И на это 2 недели. В принципе, достаточно времени, чтобы все это сделать. В рамках «Охотника» продолжаем проводить переговоры и продавать. Уже договариваться о тренингах на следующие 2-4 месяца. На последних 2 неделях подключаем модуль «Бизнес-гуру». Составил годовой план обучения для виртуального или реального клиента. Могу сделать оценку, могу сделать консалтинг, могу провести командный коучинг. Но слово «могу», наверное, разбираюсь или примерно понимаю, как это сделать. Все-таки за 2 недели прям да могу. Ну, то есть если у вас есть предварительная какая-то экспертиза, то могу. Если вообще с нуля, то, ну, как бы понимаю, что делать, скорее так. И в рамках «Охотник» предлагаю годовой цикл обучения на переговорах. И также продолжаем вести переговоры, продолжаем вести тренинги. Вот такая вот картина прохождения тренинга «Тренеров сотни». Какие у вас есть вопросы?